56-летнего фигуриста и тренера родилась дочь. Супруга Александра Жулина скрывала беременность. Призер Олимпийских игр снова стал отцом. Новость стала неожиданной для поклонников. 33-летняя жена спортсмена, Наталья Михайлова, до последнего скрывала особое положение. Для Жулина ребенок стал третьим. Его первая наследница появилась на свет в 2000 году в браке с олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой, отношения с которой прекратились в 2010 году. Вскоре Александр обрел новое счастье. Спустя год после развода он вновь женился. А уже в 2013 году Михайлова родила возлюбленному их первого совместного ребенка, дочь Екатерину. Сегодня тренер нежно поблагодарил спутницу жизни за прибавление в семействе. «Вот я и папа в третий раз. Самому не верится. Спасибо моему солнышку Наташеньке за сказочную девочку. Люблю тебя, моя родная», — написал Александр. Бывшая возлюбленная фигуриста поздравила его с важным событием. «А мы, братика, хотели», — с юмором прокомментировала Навка. Теплые слова многодетному отцу адресовали и другие звезды. «Папа Саша, девочки, это такое счастье», — написала Анна Семенович. «Берегите друг друга», — добавил Игорь Николаев. Ранее Наталья показала романтичные кадры с мужем. В конце февраля влюбленные отметили годовщину знакомства. Дочь Навки и Жулина выросла настоящей красавицей. Девушка дебютировала на балу «Татлар»,